Здоровые пищевые привычки – бесценная инвестиция в вашу долгую и счастливую жизнь. Начните менять рацион прямо сегодня, и к вашей продолжительности жизни, определенной генетически, добавится как минимум еще пара лет. Омега-3 не производится организмом, поэтому вам просто необходимо получать ее из пищи. Добавки с этой жирной кислотой принимают для поддержания здоровья и молодости, но можно не прибегать к БАДам, а скорректировать свое меню, добавив морскую рыбу, орехи и авокадо. Омега-3 улучшает работу мозга, укрепляет сердце и сосуды, поддерживает упругость кожи, отсрочивает возрастные изменения в организме. Продукты, богатые клетчаткой, особенно овощи и бобовые, снижают уровень холестерина, предотвращая риск сердечных заболеваний и инсульта. Они также помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови, а значит, вам не грозит диабет. И, конечно, растительная клетчатка необходима для поддержания оптимального веса. Пусть ваша тарелка будет максимально красочной. Яркие фрукты и овощи содержат большое количество антиоксидантов и особых веществ, отвечающих за насыщенный цвет. Например, помидоры становятся красными из-за содержания растительного пигмента каротина, который участвует в синтезе витамина А. Рекордсменами по содержанию полезных веществ являются оливковое льняное и конопляное масло. Они богаты полифенолами, которые служат профилактикой некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные масла не вредят фигуре, а наоборот помогают поддерживать здоровый вес, стимулируют пищеварение и обмен веществ. Белки должны составлять не менее трети суточного рациона, это позволит замедлить старение. Пища, богатая белком, выступает строительным материалом для организма, который ускоряет обновление клеток. Кроме того, она помогает чувствовать себя сытым и энергичным. Много сказано о пользе чистой воды. Но мы повторим еще раз, не забывайте достаточно пить. Это стимулирует работу кишечника, способствует образованию смазки для суставов, ускоряет обмен веществ и стабилизирует нервную систему.